А сначала я хочу вам показать канал КРМП Production. Там вы найдете довольно-таки интересные видео по игре Russian Rider Online. Ссылочка будет, как всегда, в описании. Советую подписаться. Чё кого, народ? Ваша любимая рубрика вернулась на мой канал. Вы её долго ждали, поэтому я решил всё-таки сделать шестую часть. Поэтому давайте без лишних слов будем смотреть, как же не надо снимать этот грёбаный Russian Rider Online. Так, всем привет. Сегодня мы играем в игру под названием Russian Rider Online. Ну, хоть название правильно прочитал. Неплохое начало. Сначала мы проедемся и проверим, что вообще за игра. Как по управлению. Я немного разобрался. Я так понял, что это чат. Да ладно! Вот это менять камеру. Это передний задний привод или как? Или 4WD, я еще не понял сам. Кнопка, отвечающая за пробуксовку колес, теперь меняет привод? Ты ебобо? Как бы дрит вообще-то не очень. Все, давайте пойдем, погнали. Бомбу вообще не люблю я. О, где логика? Бомба у Маджора. Нифига, у него там тачка. Не то, что моя шига. Нет. Захотели меня, да? Оу май. Ха, не догонишь, не догонишь ты меня. Лошок. Мажор, уезжай. Дурачок. А нет, давай. Опа. Бью. Дурачок. Мы сюда. Хопана. Ой. Чуть-чуть я не подрасчитал. Fuck you. За мной нет. Только не меня. Пом, блин, за мной козел едет. Иди сюда, говно собачье. А ты решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А? Ну иди сюда. Игра мне нравится. Так что такое? Почему я нажимается? Не могу понять. Что за игра такая? Управление вообще дебильное. Никому не советую игру. Нет! Ах ты! Какашка вонючая. Все-таки. А, занесло. Ха-ха! Видно не судьба, видно не судьба. Видно надо мной, видно надо мной. Посмеялся ты, посмеялся ты. Господи. Да уж, игра, конечно. Разработчики постарались. Не стоит благодарности. Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный! Вот это тайминг я словил. Фух. Я Никон. Бомба не я. Есть, первое место. Easy, easy. Real talk. Think about this, man. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, как вы поняли, это был конец. Чекайте мой канал, подписывайтесь на него и смотрите другие видео этой тематики. Всем пока.